Переходим к нашим объявлениям. Сибирское рериховское общество объявляет о проведении конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Натальи Дмитриевны Спириной, создателю и руководителю Сибирского рериховского общества. Конференция состоится в музее Рериха, Новосибирске, 1 и 2 мая. 4 мая мы будем проводить день рериховской поэзии, как и обычно принято у нас. Приглашаем всех желающих принять участие в празднике слова и духа. В связи с проведением конференции круглого стола в апреле не будет. А 30 мая, в последнее воскресенье месяца, круглый стол будет проводиться как обычно. То есть в начале мая будет конференция, а в конце мая круглый стол. Программу работы музея на март месяц можно взять в вестибюле музея. В завершении круглого стола прозвучит стихотворение Натальи Дмитриевны Спириной «Россия». Россия, страна твоя стоит, как факел света. Вокруг нее бушует море мглы, но дни ее грядущие светлы, и предначертана ее победа. Страна твоя, твоей рукой она от полчищ вражеских была охранена, и рог ей уготован небывалый, чертог воздвигнут, умысел лукавый десницей мощной будет сокрушен. Она восстанет в ореоле славы, оплотом мира, духа маяком.